Я встречаюсь со своими товарищами только с помощью телефона. Как я могу создать практические действия, где я мог бы отменять себя в этих условиях? То есть как мне отменить себя перед товарищами на расстоянии? Есть ли практический метод для этого? Конечно, мы находимся в чувственной связи с товарищами на расстоянии. А если бы ты раньше, как раньше, сидел рядом с ним, что бы это меняло? Скажи мне. Объясни мне, если я нахожусь, сижу рядом с товарищами, как пишет Рабаш в письме, в каком письме он пишет это, что большое расстояние земной поверхности мешает ему связаться с ними? Ощущение, наше духовное ощущение связывает нас выше всяких расстояний. Я не понимаю вообще этого вопроса твоего. Есть тут товарищи, которые никогда не видели физически друг друга, находятся десятки, и что? Еще немного, и весь мир войдет в такую связь взаимную, и ты увидишь на экранах, на телевизоре или через телефоны, мобильные, что все находятся в связи со своей десяткой. И так это не будет им мешать вообще связываться друг с другом. Я вижу это, как это происходит. Я вижу, что это будет так. Я тебе обещаю, что так будет. И никто не будет задавать вопросы. А где мои товарищи, чтобы я их почувствовал? Что, мне нужно их плоть почувствовать? Или... И чтобы я их как-то понюхал? Для чего мне нужно их видеть? Даже лицо их. Пока нам нужно, это, конечно же, все равно какая-то связь зрительная. Но еще немного, и тебе это не понадобится. Нет?